Добрый день. Это видеоотчет для Марии Балабанян. Мария, привет тебе из солнечной Армении. Чувствую себя замечательно, чувствую себя хорошо. Никаких откатов не было. Специально за собой я последила. Что хочу сказать, Мария, еще раз большое тебе спасибо за проделанную работу. Могу сказать, что к Марии я пришла со многими проблемами, но самая такая как бы основная проблема была это боль в груди, вот именно за грудинные боли, давление, чувство дискомфорта. И могу сказать, что проработав с Марией весь этот сеанс, я могу сказать, что я попала к правильному человеку. Правильно, когда говорят, правильное место, к правильному человеку с правильной, со своей проблемой. Все совпало. Могу сказать, Мария, ты со своей задачей справилась на все 100. Мастер работы с подсознанием, гипнотерапевт, целитель, ведунья, как хотите, можете называть. Результат, самое главное, результат. Когда гипнотерапевт, к которому ты идешь с точки А, тебя доводит до точки Б, и ты чувствуешь себя уверенно, ты чувствуешь себя комфортно. И когда уже возвращаешься в наш обыденный мир, ты можешь вспомнить, что с тобой произошло, и ты себя чувствуешь просто замечательно, классно, шикарно. Мария, могу сказать, что ты выбрала очень правильную работу. Это работа не для каждого. И свою работу ты знаешь уже вот со всех сторон. То есть, можно сказать, ты ее чувствуешь. И человек, который уже чувствует свою работу, он уже знает, как подойти к каждому клиенту, пациенту, человеку. Да, вот вы уже сами знаете, как назвать. Тогда сам человек, сам клиент, он понимает, что он находится в спокойном месте, что он может расслабиться. И вот этот гипноз, транс, да, он очень легко приходит, и из него ты тоже спокойно выходишь. И вместе с тем ты оставляешь еще одну коробку ненужных мыслей где-то там за бортом, заменив это на что-то хорошее, приятное, то, что угодно твоей душе. Еще раз, Мария, большое спасибо. Молодец. Ты правильно сделала, что ты пришла в эту профессию, потому что ты нужна людям, потому что людям нужны гипнотерапевты, людям не нужны эти доктора, эти психологи, которые годами тебя посадят на лекарства и просто будут тебя... Принял лекарство, хорошо, не принял, значит, поднимем дозу. Нет, этого не будет. Правильно, пришли, проблему сказали, решили с корнем, выдернули, выбросили, засадили на место хорошее чувство любви, гармонии. И вперед с победным флагом, и вперед. Еще раз, Мария, большое-большое спасибо. Хорошего тебе дня. И всех, у кого есть проблемы с болями, с фобиями. Короче, есть в голове какие-то мысли, мешают? Вперед к Марии. Мария, за тобой великое будущее. Большое спасибо.